Тож, пане Сергію, розкажіть, будь ласка, от що підприємцям загрожує і чому вони так бунтують і не хочуть, щоб цей законопроект набрав силу? А, ну, о, перша ріманочка зразу. На самом деле это уже не законопроект, это два закона полноценных, которые проголосованы, приняты и подписаны президентом. Единственное, у них у двух этих законов, которые приняты были 20 сентября 2019 года, отсрочка по сроку действия до 19 апреля года 2020. Первым законом вносятся изменения в закон о регистраторах расчетных операций то есть фискализация так называемая, а вторым законом в налоговый кодекс изменения. Но ну, это один пакет законов, то есть второй это следствие первого, то есть это там, где прописаны у нас штрафы, вот эта система кэшбэка так называемого. Вот. А почему, на мой взгляд, главная причина, чего опасаются и обоснованно опасаются предприниматели, это не столько фискализации как таковой, сколько формализации учета. То есть у нас получится так, что ни один предприниматель не сможет обходиться без бухгалтера. То есть этому закону сейчас, ну, по-хорошему, так аплодируют только бухгалтеры, наверное. Потому что формально они прописали в этом законе, что Якобы нужно будет вести полноценный учет с предоставлением документов о происхождении товара только предпринимателям, которые являются плательщиками. НДС, либо не находятся на едином налоге. То есть, mm -hmm. и, но большинство у нас все-таки предпринимателей находятся на едином налоге и не являются плательщиками НДС. Вроде как их не должно коснуться. Но если э, вчитаться во все положения, они вот вырваны из контекста, которым как бы говорят, вот гляньте, мы же освободили вас от этой обязанности, то mm -hmm. э, есть э, фискальная система. Ты можешь продать только то, что ты в эту э, систему завел если простым языком говорить. То есть без специальных знаний, без того же бухгалтера, ну, победить эту систему ну, не так просто человеку. То есть все равно учет нужно вести. Вопрос только, что не нужно предоставлять, может быть, в налоговую, но ты все равно не сможешь продать, не введя товар в систему учета фискальную то есть mm -hmm. на самом деле такую игру слов сделали а учет усложняется для всех по факту то есть если сегодня ну, до сегодняшнего дня включительно рро применяются только теми ну, либо по желанию либо теми кто превысил оборот в 1 миллион гривен то, mm -hmm. ну, то есть многие из малых предприниматели вполне обходились без РРО, то есть обычными товарными чеками, и не нужно было специальных знаний там бухгалтерских. Да, РРО для наших следующей регистратор да. расчетных операций. Угу. Это вот штука, которая выдает фискальный уже чек, не товарный чек, где мы пишем, пишут нам просто от руки, да, наименование товара, ставят печать, угу. и это тоже является документом, в принципе, но он не требует специальных знаний, навыков для ведения учета. То есть и для того, чтобы продать товар на сегодня человеку, ну не надо. Он слепил горшок да, своими руками. Он предприниматель, он его продал. Uh -huh. То есть ему э, не надо заводить в какой-то учет, какую-то специальную программу этот горшок. Да? Он его просто взял, продал, э, вложился в лимит э, свой по погоду, заплатил налог в твердой сумме и заплатил единый социальный взнос, э, чтобы получать пенсию в будущем. Uh -huh. да? э, все, выполнил обязательства свои перед государством, все просто, понятно. Такая система позволяла минимизировать влияние налоговиков. Ну, проще говоря, они единичик практически до сегодняшнего дня не проверяли. Вот что будет после введения этого закона? Ну уже очевидно, то есть ввели систему кэшбэк или Павлик Морозов. Ну то есть стимулируют людей писать жалобы на предпринимателей. Ну понятно, mm -hmm. люди будут пользоваться этим правом а в желании обогатиться. Найдется много таких. Вот. А поэтому ну, будет постарный бизнес будет. Ну рабочие да. места такие, ну рабочие места рядом. Это мыта нашего кореньства. <скрес> <державы. свя> да, сложно сказать вообще здесь о цели. Цель, наверное, показать работу. Но не с того начинают, как мне кажется. Дякую. <свя>